Лучшие педагогические практики и учительское мастерство. Традиционно в конце декабря в Нарьян-Маре наградили лучших учителей года. Заслуженные грамоты получили почти 90 педагогов. Среди них учителя физкультуры, преподаватели художественных школ, педагоги дошкольного образования. Светлана Вячеславовна начала педагогическую деятельность в 1999 году. Окончив Поморский государственный университет, пошла работать в детский сад. Вот уже более 15 лет она исправляет речевые дефекты дошколят. Детей все-таки я заряжаюсь энергией. Мне очень нравится работать с достаточно проблемными детьми, то есть детки, которые имеют речевые нарушения. Мне нравится им помогать и видеть результат. Именно такие увлеченные своим делом педагоги среди награждаемых. С многолетним опытом и со стажем в 2 года. Учителя биологии и преподаватели музыки. Они все разные, но любят свою профессию одинаково сильно и готовы уделять ей время не только в рабочие часы. На этом мероприятии мы благодарим, чествуем педагогов очень активных, которые нам весь год помогали, участвовали в методических объединениях, в наших совещаниях, в семинарах, оказывали нам всяческую поддержку, помогали нам, потому что без педагогов округа наш центр не смог бы справиться с таким большим количеством мероприятий, которые мы проводим. Чтобы отметить тружеников, педагоги разных направлений, организаторы определили 20 номинаций. Их присудили педагогам дополнительного и дошкольного образования, учителям-предметникам, психологам, воспитателям, библиотекарям и руководителям городских школ. Ирина Цепетова, Валентина Чибичек, Александр Дуркин, телеканал «Север».